Доброе утро, коллеги. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня? Отлично, слышно. Позвольте представиться, тогда, наверное, мы начнем. Тогда мы, наверное, начнем с вами нашу презентацию. Разрешите представиться. Меня зовут Майя Кизенкова. Я ведущий менеджер по продажам в 4 отелях Four Seasons, расположенных в африканском регионе, а именно Four Seasons на Маврикии, 2 наших отеля Four Seasons на Сейшелах и Safari Lodge в национальном парке Серенгети в Танзании. А начнем, наверное, нашу презентацию тогда с Маврикия. Если вдруг будет не очень хорошо слышно, потому что я сама непосредственно нахожусь на Маврикии, пожалуйста, дайте мне знать, потому что может быть небольшая задержка по звуку. Окей. Отель Four Seasons на Маврикии. Один, наверное, из самых популярных и возвратных отелей из коллекции Four Seasons. Маврикий на данный момент пока закрыт для международных рейсов, но по последним сведениям аэропорт будет открыт, начиная с 1 сентября. Начиная, наверное, чуть ли не с локдауна, с марта, с апреля, отель очень плотно ведет подготовку к приветствию первых гостей именно в сентябре, поэтому можно смело сказать, что отель полностью готов. Мы получили из центрального офиса директиву на 20 листах, поэтому очень много всего было сделано во всех отделах, департаментах, поэтому отель полностью готов. Даже в данный момент сейчас проходит встреча с руководством отеля и ведутся постоянные тренинги для персонала, поэтому отель на Маврикии полностью готов к принятию своих гостей, начиная с сентября месяца. Так вот, возвращаясь к отелю. Отель расположен на, тот, кто не знает, либо кто не был на Маврикии, отель Four Seasons находится на восточном побережье, то есть добраться можно 3 способами, либо на вертолете около 15 минут по времени это занимает, 30 минут на скоростной лодке и 40 минут на машине. Трансферы после открытия, конечно же, будут осуществляться отелем, либо принимающей страной, и будут соблюдаться новые требования по дистанции, то есть групповых трансферов больше не будет, то есть это будут только индивидуальные трансферы. Основные особенности отеля, что нужно запомнить, так называемый unique sales point, да, отличительные черты. Во-первых, конечно же, это огромная территория, и основная особенность служит нам таким большим плюсом, да, в нынешних реалиях. То есть больше 20 гектар – это островная часть, материковая часть, и, наверное, самое важное, что отель состоит только из одних вилл. Да, то есть виллы от одной спальни и заканчивая виллами 5 спальнями. Часть вилл находится на островной части отеля, то есть это, как правило, Ocean виллы, Beach виллы, Century виллы. И островная часть отеля связана 2 мостиками с материковой. На материковой части отеля расположена, как правило, резиденция, то есть это виллы с большим количеством спален, от 2 до 5. Это, наверное, как раз одна из категорий, которая пользуется наибольшей популярностью при нынешнем бронировании, то есть начиная с осеннего периода. Виллы полностью приватные, то есть они, скажем так, изолированы друг от друга, да, зеленой стеной, максимально учитывается прайвеси.
И чтобы передвигаться по отелю, существует несколько, опять же, видов передвижения. Это багги. Багги курсируют постоянно, то есть нет никакого момента по стандарту, это 3, максимум 5 минут момент ожидания. И каждая вилла оборудована собственными велосипедами. То есть если гость умеет кататься, они могут передвигаться по территории отеля на велосипедах. Сама же территория отеля потрясающе красивая, то есть это как самый настоящий тропический сад. То есть мы иногда шутим, можно даже не ездить в ботанический сад, а увидеть те же самые деревья на территории отеля Four Seasons. Далее переходим к виллам. По категориям, то есть очень легко запомнить, это 91 спальных вилл, то есть внутри они полностью идентичны. Все односпальные виллы были отреновированы с конца прошлого года и заканчивая этим годом, то есть у них совершенно новый свежий вид. Они очень стильные, очень светлые. Односпальные виллы расположены как на островной, так и материковой части. То есть на островной части, как я уже говорила, расположены Ocean виллы и Beach виллы, на материковой части расположены Garden виллы и Mangrove виллы. То есть каждая вилла имеет собственную большую террасу, душ, внутренний душ под открытым небом. Если мы говорим о Beach виллах, они имеют прямой выход на пляж. Ocean виллы имеют панорамный вид на океан, но они расположены в пешей доступности до пляжа. Кроме того, есть такая категория, называется Century Villas, либо Century Collection. Их немного, их всего 6. Это вилла, которая очень популярна для родителей с одним ребенком, либо для родителей с одним ребенком и с одним инфантом. Каждая вилла имеет отдельную спальню, полностью изолированную, и гостиную. Как правило, в гостиной ставится экстра бед для одного из детей. Плюс еще большая терраса и большой полноценный бассейн. Есть очень важный момент, что все до одной виллы в отеле, виллы, резиденции оборудованы собственными бассейнами. Все бассейны идут с соленой водой, а в резиденциях даже с подогревом. Поэтому мы говорим, что резиденция – это круглогодичное проживание, потому что в Маврикии, вы знаете, есть 2 сезона – зима и лето. В данный момент у нас зима, но зима такая, что 27, 28, 30 градусов. Маврикийская зима – это прежде всего характеризуется прохладной водой в океане, но прохладная вода – это именно 20 градусов, но она сухая и солнечная. Поэтому я думаю, что резиденция, которая имеет бассейн с подогревом, это одно из таких удобных, опять же, вариантов для размещения. Переходя к резиденциям, основное, скажем, такое отличительное качество этой категории. Во-первых, они очень приватные, каждый имеет собственный большой сад, то есть можно сказать, что соседи совершенно не видно и не слышно. Они идеальнейшим образом подходят для семей либо групп друзей. Каждый имеет отдельную большую гостиную, каждая спальня полностью изолирована и имеет выход в сад. И оборудована, каждая же спальня оборудована собственной ванной, гардеробной и душем под открытым небом, тропическим душем. Резиденция находится на материковой части, поэтому добраться можно какие-то ближе пешочком, какие-то подальше. Если резиденция находится далеко, то можно воспользоваться либо багги, либо велосипедом. Размещение, начиная от 4 человек и заканчивая 10 плюс дополнительно дети. Резиденция очень удобна для лонгстей, для проживания долгого, потому что каждый имеет собственную кухню, то есть если гости хотят, например, готовить, либо пригласить шефа, либо они приехали со своим, либо нянечки часто готовят для маленьких детей, то это, опять же, очень удобно для проживания. Вот как раз на слайде показана одна из больших резиденций с 4 спальнями, называется она Premium Deluxe.
как мы видим, они очень светлые, очень просторные, опять же, с красивым видом. Вид может отличаться, то есть резиденция имеет вид и на сад, какие-то смотрят на гольф-поля, какие-то смотрят на океан, какие-то на ландшафтное озеро, то есть вид очень отличается. Большие 4-5 спальные резиденции идеальнейшим просто образом подходят для родителей с детьми, для семей, то есть это своего рода как дом далеко от дома. Как раз несколько слайдов очень красивых показывают наши 5-спальные резиденции. Они есть и Grand Residence, и Royal Residence. Вот на слайдах показано как раз Royal 5-Bedroom Residence. Одна из самых дорогих категорий в отеле – это президентский сьют. Он всего лишь один, трехспальный, он находится на острове. И при бронировании и президентского сьюта, и Royal Villa бесплатно предоставляется собственный батлер с багги, и гости, опять же, бесплатно пользуются мини-баром, который расположен на вилле. Далее, переходя от номерного фонда, очень немножко долго, прошу прощения, грузятся слайды. Хочу несколько слов сказать о второй особенности отеля, а это именно пляжи. То есть в отеле 3 пляжа. Основной пляж, так называемый Bamboo Beach, находится на острове, да, на островной части. Остров называется Илёша, остров кошек. Здесь же расположен и ресторан Bamboo, и центральная, скажем, часть отеля, и детский бассейн, бассейн для взрослых, бот-хаус, отдельная секция для морских биологов и джетти, откуда отходит бесплатный шаттл на соседний остров Иллюсерв, где находится второй пляж, о котором я расскажу немножко позже. Так вот, на острове Иллюшар находится пляж Бамбу, который, скажем, он более оживленный, мы рекомендуем его именно для родителей с детьми. И второй пляж находится на второй части острова, на противоположной, называется он Quiet Beach, вот на слайде он показан, он наоборот более тихий, он более панорамный, и, как правило, им пользуются именно пары, кому нужна тишина, потрясающий вид. На слайде видно, что небольшой островочек, он называется остров Силия, здесь мы, как правило, проводим свадебные церемонии для пар, либо пенинсула. Пенинсула также используется для свадебных церемоний, уже для небольших групп, либо компаний. И, наверное, одно из самых основных событий прошлого года, долгожданных, это было открытие нашего роскошнейшего пляжа. То есть все, кто был, и гости, и фам-трип, и агентство говорят, что это, наверное, лучший пляж на Маврикии. Это мальдивские пляжи на Маврикии, это наш пляж на острове Иллюсерв. На остров Иллюсерв у нас постоянно ходит шаттл, плыть приблизительно, опять же, в зависимости от уровня воды, это приблизительно занимает либо 5 минут, либо 15 минут. Это океанический пляж с потрясающим совершенно песком, белоснежнейшим, с шикарным заходом в воду. И пляж полностью оборудован. То есть на пляже находится ресторан, на пляже находится бар, на пляже стоят зонтики, лежаки. Поэтому пляж купабельный, то есть в любое совершенно время, в отлив, прилив, это потрясающий совершенно цвет воды, то есть он очень приватный, потому что он находится в отдаленной части острова, и, скажем так, наверное, процентов 80 гостей предпочитают именно его и уезжают на целый день. То есть это такой full-day experience, потому что пляж полностью оборудован, там есть и туалетные комнаты, и раздевалки, то есть все, что необходимо, и души. Поэтому гости уезжают прямо на целый день. И уже, наверное, к вечеру возвращаются на основную территорию отеля и готовятся к ужину. Вот такой красивый очень маврикийский бар.
потрясающий совершенно ресторан, очень вкусный. И переходя к третьей особенности отеля, отель работает по системе завтраки и хавбот, то есть в хавбот входят все три ресторана, которые в отеле есть. То есть это итальянский ресторан Аквапаса, он входит в сотню лучших ресторанов, итальянских ресторанов мира. Это второй ресторан French Bistro, который открыт на завтраки и на ужины. И третий ресторан ресторан Бамбу. То есть в отеле нету доплат, да, за все три ресторана ходят в хабот, то есть нету никаких доплат за, допустим, какие-то тематические даже ивенты. То есть все гости, например, очень любят шеф-тейбл, когда перед вами выходит шеф и по желанию гостей готовят все, что угодно, что они хотят себе на ужин. Ресторан «Бамбу» – это центральный ресторан, поэтому, как правило, там проходят всевозможные шоу-программы, но в наше нынешнее время, то есть вы, наверное, знаете, что все отели будут отходить от шведских столов, поэтому меню в ресторанах будет только а-ля карт. Да? Четвертая особенность отеля – это роскошнейшее спа, и опять же огромное преимущество, что это не корпусная какая-то система, а это отдельный бунгало, очень похожее на Мальдивах. Все treatment rooms имеют свои ванные комнаты, души, раздевалки, то есть они очень приватные, и наше вот маврикийское спа постоянно конкурирует с нашим спа на Сейшелах. Пробир, это вот на фотографии как раз показан наш специалист по йоге и медитации, то есть занятия по йоге и медитации как раз проходят либо на Пенинсуле на острове, либо в павильоне спа, павильоне спа. Водные виды на Маврикии, вы знаете, что все, что связано с мотором, за дополнительную плату, без мотора, соответственно, бесплатно. То есть это катамараны, каяки, это снорклинг, это лодки с прозрачным дном. Плюс еще мы один из немногих отелей, которые на Маврикии занимаем реставрацией кораллового рифа, и мы работаем с компанией, называется Wise Ocean, то есть морскими биологами. Они проводят очень интересные лекции для гостей, и снорклинг тот же самый. И занимается реставрацией кораллового рифа. Для гостей отеля предоставляется два гольф-поля бесплатно. Да, это гольф-поле Анаиты и гольф-поле, расположенное на Иллюсерфе. Это международные поля, 18-луночные. Плюс еще бесплатно мы делаем, опять же, для занятия по гольфу для наших гостей. Для наших маленьких гостей два детских клуба, один Hobbit Village, для детишек до 11 лет, с большим, опять же, спектром программ интереснейших, охоты на крабов, поиски сокровищ, всевозможные экскурсии. И второй клуб уже для подростков, называется «Каракан», с дискотеками, с программе уже с музыкальными инструментами, бильярдом, настольным теннисом, то есть согласно уже возрастному цензу. Довольно много в отель приезжают пары, и чтобы пожениться, и на медовый месяц, поэтому у нас довольно привлекательный wedding package, свадебный пакет. Стоимость составляет, начиная от 725 евро и с довольно большим спектром дополнительных услуг для молодоженов. Основные места для проведения церемонии, как я уже сказала, это либо Пенинсула, либо небольшой островок вот в конце пляжа Куайт-Бич, он расположен, остров Сильвия. Очень красиво, опять же, мы украшаем место проведения церемонии. На самом деле, настолько живописный вид, что, наверное, даже нет смысла что-то украшать. Либо третье место – это как раз наш пляж на острове Иллюсерф. Далее основная информация, значит, как я уже упомянула, открытие отеля планируется в сентябре, как только открывается аэропорт, по спецпредложениям до конца года
то, что есть на данный момент, да, у нас существует два, это Elevate Offer за 30 дней 20% и за 60 дней 30%. Но сейчас мы готовим новые спецпредложения, которые выйдут в ближайшее время для бронирований непосредственно на новогодний период. И мы обязательно вышлем их нашим партнерам. И очень гибкая политика по штрафным санкциям, то есть при бронировании заранее, не менее чем за 7 дней до заезда, штрафные санкции не берутся. То есть штрафные санкции действуют только при аннуляции за неделю, либо менее до заезда. Далее у меня не так много времени, поэтому я пытаюсь быстро с вами поделиться всей информацией. Далее мы с вами перенесемся в Танзанию, в наш роскошнейший лодж, который в национальном парке Серенгети. Танзания уже открыта, да, Танзания уже открыта, аэропорт уже открыт. Отелей и лоджи открыто не так много, то есть мы непосредственно будем открываться в сентябре месяце, с 1 сентября. Чем же так уникален и интересен наш лодж в Серенгети? Когда вы прилетаете в Килиманджаро, это второй аэропорт по величине, здесь в Килиманджаро летают и Fly Dubai, и катарские авиалинии, и КЛМ тот же самый, и турецкие авиалинии. Далее осуществляется внутренний перелет до взлетно-посадочной полосы, которая называется Сиранера. То есть она находится непосредственно в национальном парке Серенгети. Меры, которые будут и уже применяются в аэропорту, то есть это обязательное ношение масок, это проверка температурного режима, это обязательно все машины, все обрабатывается, и в ближайшее время у нас будет очень интересное видео, каким образом будет готовиться отель для приема гостей в сентябре. Так вот, основные особенности нашего лоджа в Серенгети. Скажем так, это один из уникальнейших лоджей, и он идеальнейшим образом подходит на наш рынок, потому что получается, что вы как бы живете в живой природе, в центре национального парка, но в то же время окружены роскошью и комфортом. Лодж состоит из корпусов и вилл, то есть он подходит под бюджету, скажем, довольно большому спектру гостей. Корпуса двухэтажные, с первого этажа это номера с видом на саванну и ближе к саванне, и буквально можно каждое утро наблюдать, как перед вашим балконом проходит либо семья слонов, либо жирафов, и номера, которые расположены на втором этаже, называются Horizon, то есть они с более панорамным видом на очень красивую саванну. Плюс особенностью отеля, что перед центральным рестораном находится бассейн, куда в течение всего дня приходят те же самые жирафы, и слоны, и буйволы, и вот как раз на фотографии показано, так вот номера, которые имеют вид на водопой, как раз называются Waterfalls View, то есть они могут быть либо саванна, либо Horizon. По сезонности в Танзании непосредственно два сезона. Это green season, да, так называемый сезон, зеленый сезон, когда могут быть кратковременные дожди, высокая трава. Это сезон март-апрель, наверное, до середины мая, и высокий сезон, который начинается уже июнь-июль-август, это сезон миграции, это самое зрелищное как раз время, это вот высокий сезон. О сезонности я расскажу немножко позже, когда как раз буду рассказывать об activities. Для семей, а именно наш лодж идеальнейшим образом подходит для семей, есть такая категория, называется они сьюты, каждый номер оборудован отдельной спальней и гостиной, и плюс огромнейшая терраса с собственным планшпулом с панорамным видом на саванну. То есть самая популярная категория для родителей с детишками. И для клиентов VIP имеются виллы с одной, двумя, тремя спальнями, и мы давно уже к этому шли, открываем так называемый еще тентовый experience. Тентовый experience для тех гостей, которые любят проживание в тентовых номерах, да, в тентовых лоджах. Надеюсь, что в этом году как раз это будет открыто, может быть,
он практически готов к концу этого года, а именно в декабре. Вот на слайде показана роскошная вилла, трехспальная президентская, перед которой находится свой собственный водопой и мини, можно наблюдать такой мини-гейм. Далее, переходя от номерного фонда, в лоджии 3 ресторана, то есть лодж, конечно же, работает на all-inclusive, это ресторан Маджи-бар и террас с панорамным видом на бассейн, центральный бассейн и водопой. Мы очень красиво организуем романтические ужины, какие-то приватные ужины рядом с центральным бассейном. Это всеми любимые гостями Бома Гриль, который стилизован под масайскую деревню с национальными масайскими танцами, то есть масаи не днем, охрана вечером, танцоры. И третий ресторан. Да, и, конечно же, мы делаем ужины такие в дикой природе, под секвойей, либо для индивидуальных гостей, либо для групп. Как правило, это мы рекомендуем комбинировать с пешим сафари. Час пешей сафари, и после пешего сафари гость вот приходит на место, где ему очень красиво накрывают столы, как правило, для барбекю. Лодж предлагает огромнейший совершенно выбор всевозможных activities. И возвращаясь к сезонности, вот здесь очень красиво как раз и картинка, и показана карта парка национального Серенгети. И основная, наверное, именно вещь, нужно понимать, что миграция, только два месяца, это октябрь и ноябрь, находится на территории парка Масаи-Мара. Все же оставшееся время миграция находится на территории парка Серенгети. И очень часто Серенгети любит комбинировать с кратером Горонгоро. И мы, к сожалению, у нас пока там лоджа нет, но переговоры давно уже ведутся, поэтому если появится лодж, это будет просто замечательно. Кроме того, то есть мы, конечно же, все наши машины оборудованы Wi-Fi, мини-барами. У нас очень профессиональные рейнджеры, которые уже много лет проработали в различных парках. Как я уже рассказывала, мы делаем пешие сафари, то есть на территории отеля находится Discovery Center, где работают натуралисты, и ребята-натуралисты как раз проводят это пешее сафари с масаями и полностью охраняемые, то есть два автоматчика, один идет впереди, второй идет сзади, то есть это совершенно потрясающий такой экспириенс, и вот мы рекомендуем всем гостям. Там есть ограничения только по возрасту, дети от 12, и по количеству человек в группе не более 6 человек. И воздушное сафари недалеко это от лоджи, то есть нужно очень рано выезжать, там в 4 утра, но это совершенно ни с чем не сравнимая экспириенс, потрясающий вид, особенно, конечно же, живописно во время миграции, и сафари на воздушном шаре вместе с завтраком с шампанским в саванне. Discovery Center работает с утра до вечера, здесь гости, опять же, могут увидеть интерактивную карту и взять очень хорошие фотоаппараты в аренду, притом стоит это недорого, это приблизительно $20 в день, потом скачать все фотографии, перебросить на флешки, и всевозможные и лекции проводятся, и выставки очень интересные. Для детей, как я уже сказала, Four Seasons один из немногих лоджий, который принимает детей от 3 лет. Это очень важно. У нас довольно большой процент гостей приезжает с детьми. Для детей существует потрясающая совершенно программа. Это тропа юного натуралиста. Как поставить, например, как разжечь костер, их учат, как разжечь костер в саванне, найти путь по звездам, сделать собственный лук. Вечером они ставят камеры, утром собирают и смотрят, какие животные пробегали. И для детишек, на самом деле, очень много всего интересного проводится, поэтому мы довольно давно как раз промоутируем лодж для родителей с детьми, для семей. Небольшой спа, но очень живописный, очень хорошие терапевты работают. Это в основном девочки из Кении.
один из самых таких популярных массажей, называется кифа, делается вот он орудием масаев, вот этой дубинкой, и используем масло дерева баобаб. То есть это один, наверное, из самых таких же лучших массажей, которых я пробовала в своей жизни. И, конечно же, йога, медитация на кобже, то есть на возвышенности. Далее, Four Seasons, прошу прощения, я вижу вопросы, я тогда, с вашего позволения, оставлю время, чтобы на все вопросы ответить. Далее, Four Seasons поддерживает консервацию, проект, консервационный проект со львами. Также мы поддерживаем юных дарований, танзанийских художников, их работы можно увидеть в центральном лобби, и у нас были гости, например, которые на дни рождения супругов, либо супруг заказывали именно очень красивые картины, которые были сделаны на основе фотографий, сделанных во время сафари. То есть это потрясающий такой памятный подарок, и гости были безумно рады и счастливы, потому что художники действительно талантливые, и постоянно вот они меняются, находятся на территории отеля. И, конечно же, Four Seasons финансово поддерживает local community города Оружия. Открытие отеля, как я уже сказала, в сентябре месяце. Начиная с сентября у нас действует спецпредложение при бронировании 4 ночей. 4-я ночь предоставляется бесплатно, то есть оплачивается только 3 ночи. Минимальный период проживания, я останавливаюсь на разное совершенно количество ночей. Честно говоря, мне было 4 мало, потому что такое огромное количество всевозможных услуг дополнительных, которые есть в отеле, я бы сказала, 4 ночи минимум. Да? И довольно гибкая, опять же, политика по аннуляции, то есть за 2 недели 50%, и если аннуляция происходит за неделю и менее, то 100% от стоимости отеля. Далее мы с вами перенесемся на Сейшелы, а именно на основной остров, который называется Майя. И здесь у нас находится один из самых живописнейших отелей Four Seasons в Индийском океане, именно Four Seasons Майя. Чем же он так любим, возвратен для гостей? Ну, конечно же, это пляж. Наверное, могу сказать, что это один из лучших пляжей, которые есть на Сейшелах и на острове Майя. Это потрясающая бухта Петит Ан с потрясающим совершенно видом на океан и закатом, потому что отель находится на западном побережье острова Майя. Пляж, можно сказать, что он не приватный, да, на Сейшелах нет частных пляжей, но так как он находится в довольно сложной доступности, поэтому, как правило, на этом пляже можно увидеть только гостей Four Seasons и, может быть, парочку туристов. Да? Отель находится на склоне горы, спускается каскадом к океану. По номерному фонду очень легко запомнить. На первой линии, ближе всего к пляжу, находится Гаден-вилла. Все Гаден-виллы, Гаден-вью-виллы имеют вид на сад, на тропические джунгли. И они находятся в пешей доступности до пляжа. Вторая линия. На второй линии находится вилла с видом на океан, которая называется Ocean View Villa. С видом на океан и частично на верхушке крон деревьев. Из каких-то можно дойти пешком, из каких-то добраться на баке. Вообще передвижение по территории отеля, так как это склон горы, происходит на баке. Каждая вилла полностью оборудована собственным бассейном, и все виллы стилизованы в колониальном стиле. Они очень светлые, в пастельных тонах, просторные, огромная ванна, огромная терраса, инфинити пул и ванная комната и душ под открытым небом. И на самой вершине горы находится Hilltop Ocean View Villa с панорамным видом на океан. Часть из них была выделена в отдельную категорию, называется она Serenity Villa, которая подходит для молодожен, так как они более приватные, немного отличаются мебелью и специальными amenities.
Для семей, есть несколько сьютов, а именно Ocean, Two Bedroom Ocean View Suite, 2 Two Bedroom Hilltop Ocean View Suite, и в отеле всего лишь 2 виллы, которые стоят непосредственно на пляже. Это Two Bedroom Президентская вилла и 3-спальная Beach Suite, это бывшая Royal Villa. То есть, еще раз повторюсь, только 2 виллы стоят непосредственно на пляже. И резиденция. Резиденция от 3, заканчивая 7 спальнями, огромнейшие совершенно по площади, с большими бассейнами, то есть они очень приватные, резиденции любимые всеми семьями, компаниями, потому что каждая спальня находится в отдельном павильоне, то есть они очень, опять же, приватные, объединены общей зоной, а именно бассейном и общей террасой. При бронировании президентской виллы, Beach Suite, резиденции бесплатно предоставляется батлер в собственном баге. Из резиденции открывается потрясающий вид на океан и до основной зоны, непосредственно до пляжа, до ресторанов нужно ехать пешочком. Это далеко, поэтому пользуются услугами баги. В отеле 3 ресторана, то есть это основной ресторан ZES, где открывается, накрывают и завтраки, и ужины. Это ресторан ZES вечером работает как паназиатский ресторан. Это японский ресторан Koi, который небольшой, поэтому мы рекомендуем его бронировать заранее. Наверное, это лучший японский ресторан на острове, да, на Сейшелах. Третий ресторан находится недалеко от пляжа, и плюс еще большое довольно количество опций и для романтических ужинов. Вот, например, на слайде сейчас он загружается, показана Фумба, это развалины какого-то старинного, я не знаю, дома, замка. Мы проводим красивые свадебные церемонии, романтические ужины, то есть они спрятаны прямо в самых джунглях, недалеко от пляжа. Либо это вечеринки на пляже с full moon party, half moon party. И, конечно же, по субботам мы проводим pool party с диджеем в бассейне, то есть вроде бы как и Сейшелы всегда ассоциировались с пляжным только отдыхом, но тот спектр услуг, который предоставляется гостям, он действительно обширен. Одно из самых любимых и популярных спа, это спа у нас находится на Сейшелах, оно построено на самой вершине горы, поэтому оттуда открывается потрясающий вид на океан, и один из уникальнейших экспириенс – это медитация на возвышенности на горе, Mountain Meditation, с таким красивым видом на Petit Anse. Опять же, мы работаем с компанией морских биологов Swiss Ocean, которые занимаются, если на Маврикии, реставрацией кораллового рифа, то на Сейшелах популяции морских черепах. Водные виды спорта в отеле представлены прежде всего снорклингом. Снорклинг довольно интересный, как раз вот возле этих скал, то есть большое количество и рыб, и очень красивые живые кораллы, и можно увидеть и черепах, и осьминогов. Плюс, конечно же, мы работаем с австралийской компанией Tropic Surf и организуем занятия по серфингу и для детей, и для взрослых. Отель очень популярен для свадеб и для молодоженов. Конечно, самое популярное место для проведения – это пляж. Плюс у нас очень интересный свадебный пакет, который называется Simply Bliss Wedding. Стоимость 1740 плюс таксы. И в honeymoon offer входит, опять же, пара может посадить свой собственный коралл, за которым будут следить морские биологи, массаж Hilltop Fusion для пары, ужин при свечах романтический, цветочная ванна, бутылка Вивклико и каждый день специальные аменитис.
На данный момент в отеле действует спецпредложение Early Birds при бронировании за 30 дней до заезда 20% и за 90 дней 30%. Плюс, я, наверное, будут однозначно какие-то спецпредложения на Новый год. В ближайшее время мы обязательно вам сообщим. В отличие от Танзании и Маврикии, отель на Сейшелах открывается у нас в августе, поэтому милости просим. Сейшелы официально уже открыты, да? Они открыты для чартерных рейсов и для рейсов карго. И по последним, опять же, новостям, открытие для регулярных рейсов будет производиться, начиная с августа месяца. Правительство готовит список, один уже есть список стран, плюс еще есть определенный список стран, которые пока pending на въезд в страну. Поэтому будем надеяться, что все-таки мы в этот список тоже попадем. Прошу прощения, хотела уточнить, меня слышно? Хорошо слышно? Отлично. Далее мы с вами перелетаем именно из отеля на Майя в наш роскошнейший отель на острове Дерош. То есть это наш второй отель на Сейшелах, который совершенно другой. То есть он полностью отличается от нашего отеля на Майя, но он его дополняет. Да? Отель на Дероше. Дерош сам по себе – это коралловый остров. Если отель на Майя находится на склоне горы, то все виллы, которые в отеле есть, они пляжные. Дерош – потрясающий остров, который находится в группе островов Амирантес. И чтобы до него добраться, нужно воспользоваться внутренним рейсом. На лодке плыть довольно долго, вертолет не долетает, поэтому у нас летает регулярно рейс в утреннее время и вечернее время, летит приблизительно 40 минут. С Майя, с центрального аэропорта, то есть вылет осуществляется из местного терминала, то есть наши коллеги встречают гостей, провожают до внутренней стойки регистрации. Если вдруг есть какое-то стыковочное время, то можно его провести в PMK-лаунж, который находится на втором этаже внутреннего терминала. Там есть и Wi-Fi, и можно перекусить, и массажные комнаты, и душевые комнаты, то есть он очень удобен, то есть он открылся довольно недавно. И перелет осуществляется на самолете, 14 мест, авиакомпания IDC, то есть это не самолет, который принадлежит Four Seasons, это местная авиакомпания IDC. По прилету гостей встречают и сразу же провожают, отвозят собственные виллы. Так как остров большой, то передвижение, опять же, каждая вилла оборудована собственными велосипедами, плюс еще постоянно курсируют баги. Чем же так известен, популярен Дерош? Наверное, это один из самых больших. То есть остров довольно большой. По протяженности это 14 километров белоснежнейших пляжей. Он очень зеленый, он очень живописный. То есть он весь покрыт тропическими джунглями и кокосовыми пальмами. Он славится и всегда славился шикарнейшей рыбалкой, снорклингом и дайвингом. То есть в прибрежных водах очень богатый подводный мир. Сейчас несколько слайдов. Вот на карте отеля как раз очень хорошо видно, что отель всего лишь занимает малую часть острова, а именно западную часть, а вся остальная часть – это вот потрясающие пейзажи, пляжи и концепция отеля Discovery. То есть гостям предлагаются велосипеды везде кататься по острову, довольно много хорошо оборудованных тропинок и около 5-6 пляжей. Опять же, пляжи имеют душевые кабины и туалетные комнаты, и гости обычно на целый день уезжают, берут с собой пикник-баскет и могут купаться, устраивать пикники на одном из пляжей отеля. Пляжи очень живописные, то есть это шикарнейший совершенно песок, белоснежнейший, как мука, хороший заход в воду, очень красивый опять цвет воды. И, как я уже сказала, в отеле только виллы. То есть первая категория называется «Бич-пул-виллы».
Да, я забыла, прошу прощения, упомянуть, что до того, как Four Seasons взял отель под управление, на Де Рош уже был отель, то есть он так и назывался отель Де Рош. Когда же Four Seasons взял отель под управление, то основная часть отеля была полностью убрана, заново выстроена, и часть категорий остались от предыдущего отеля, то есть они были отреновированы. А это именно резиденция и бич-пул-вилла. Так вот, на фотографии показана бич-пул-вилла, которая осталась от предыдущего отеля, и она была отреновирована по стандартам Four Seasons. Остальные же категории были заново выстроены. Односпальные виллы, они полностью идентичны, внутри они отличаются видом. Sunset View Pool Villas находится на пляже Sunset Beach. И второй пляж, который находится на территории отеля, называется Мадам Забор. Там как раз расположены резиденции и Beach Pool Villas. Каждая вилла оборудована собственным бассейном, и все бассейны идут соленой водой. Очень стильные номера в таких светло-пастельных тонах и основной стиль Робинзон Крузо и первооткрывательский стиль. То есть на каждой вилле есть сундуки, подзорные трубы. Виллы очень просторные, очень приватные. Перед каждым газон, сад и выход непосредственно на пляж. Для семей очень удобна категория, которая называется Sunset Beach Suite. Sunset Beach Suite имеет большую гостиную, спальню и небольшую комнату, так называемую детскую, где стоит софа бед и может спать один либо двое детей. Для семей, и, наверное, это самая популярная категория именно на российском рынке, называется резиденция. То есть для семей мы предлагаем резиденции, начиная от 3, заканчивая 5 спальнями. Они огромнейшие по площади, каждая спальня в отдельном павильоне, вот как раз на слайде как раз показано, большая открытая гостиная, кухня, и они очень удобны для лонгстей, на проживание на долгий период времени. Для резиденции у нас действует так называемая вилла-хост, то есть либо батлеры. На две резиденции мы предоставляем одного батлера с собственным багги. При бронировании категории президентский сьют батлер предоставляется бесплатно. Резиденция, как я уже сказала, находится на пляже Мадам Забор. Наверное, это один из лучших пляжей, который в отеле есть. Он и очень хороший для купания, и потрясающий, опять же, песок и заход в воду. Одни из самых высоких категорий, это называется президентские виллы. Две виллы two-bedroom. И третья вилла, трехспальная президентская вилла. Очень роскошная. Также они находятся на пляже Мадам Забор. Все резиденции продаются в так называемом кластере. Если мы говорим о трехспальной резиденции, то это отдельная вилла. Если мы говорим о четырехспальной резиденции, то это кластер из трехспальной резиденции и одной бич-виллы. Если же мы говорим о пятиспальной резиденции, то это кластер из трехспальной резиденции и плюс двух бич-вилл рядом стоящих, перед ней. Да? То есть все резиденции 4 и 5 продаются как кластеры. Несколько слайдов, посвященных президентской вилле, и мы с вами плавно переходим, у меня есть еще время, к сервису и услугам в отеле. В отеле несколько ресторанов, 3 ресторана, это ресторан Пладин, центральный ресторан, открытый на завтраки и ужины. Завтраки, опять же, раньше были шведский стол, теперь это будет а-ля карт, ужин а-ля карт. Второй ресторан называется Дели, который открыт на ланчи, и где гости обычно заполняют свои пикник-баскет и отправляются на исследование острова и романтические пикники. И третий ресторан, наверное,
по отзывам гостей, это чуть ли не лучший ресторан на Сейшелах, а мне кажется, наверное, лучший ресторан «Маяк» либо «Лайтхаус». Очень красивый, колоритный. То есть внизу находится ресторан, наверху бары, на самой вершине потрясающий совершенно вид на океан с подзорной трубой. Мы, ресторан небольшой, поэтому мы рекомендуем его заранее бронировать. Это гриль-ресторан, здесь можно и попробовать насладиться потрясающими свежими морепродуктами. И шеф в отеле, кстати, француз, да, и гости очень его любят. Спа небольшое, но... Очень интересная процедура мы предлагаем гостям. И вот одна из них, например, на фотографии показана медитация на взлетно-посадочной полосе. То есть это бесплатная услуга для гостей, а так медитацию можно проводить и на пляже, и в спа. Но вот всем гостям очень нравится в утреннее время, либо вечернее йога-медитация на взлетно-посадочной полосе. То есть мы, наверное, единственные, кто это делает. Для детей, то есть я бы сказала так, что Дерош идеальнейшим совершенно образом подходит для семьи, потому что есть два детских клуба, один для самых маленьких, Kids for Four Seasons, и второй же клуб для подростков на территории острова есть отдельный парк с черепахами, и для наших маленьких гостей мы устраиваем и кормление черепах, и туры, велосипедные туры по острову, и снорклинг, и проводим уроки по снорклингу, и по дайвингу тому же самому. Для подростков очень интересный центр, где работают морские биологи, Castaway Center, они рассказывают про живой мир океана, проводят лекции. Если это сезон, например, когда вылупляются черепашки, то дети просто с большим наслаждением наблюдают за этим процессом. И в Castaway Center у нас интерактивный музей со скелетонами разных морских животных. Для детей действительно очень интересные программы, для тинейджеров и дискотеки, и всевозможные вечеринки. То есть для именно родителей с детьми, то есть отель предлагает большой спектр интереснейших развлечений. Возвращаясь к Activities, как я уже упомянула, на Дероше шикарнейшая совершенно рыбалка, а именно ее 4 вида рыбалки. Мы работаем с южноафриканской компанией Blue Safaris, которая организует все непосредственно водные виды спорта. А что мы говорим, если мы говорим о снорклинге, то снорклинг проводится морскими биологами. Это наиболее даже интересно и профессионально. Снорклинг можно прямо заходить в воду с пляжа, нет необходимости прыгать с понтона либо с лодки. Огромнейшее совершенно количество черепах, рыб, живых кораллов. И один из лучших пляжей для снорклинга – это как раз пляж, называется «Мадам Забор». Если мы говорим о снорклинге индивидуально, это за дополнительную плату, групповой снорклинг бесплатно. Плюс еще мы проводим уроки по серфингу, опять же, с компанией Tropic Surf, с австралийскими серферами. Если будет интересно, я вышлю карту по сезонности, по разным activities, и можно будет, соответственно, ей воспользоваться при планировании поездки для гостей, для туристов. Так как живописнейшие виды, то мы рекомендуем гостям обязательно поплавать на каяках, потому что пляжи живописнейшие, очень красивые. У каждой резиденции, перед каждой резиденцией стоят собственные каяки, либо можно взять каяки, которые стоят в центре водных видов спорта. Плюс для гостей мы организуем Sunset круиз с коктейлем возле прибрежных вод острова Дерош. Для молодоженов это самый настоящий рай. Место церемонии, как я уже говорила, настолько живописное на Сейшелах, что их можно просто не украшать. Вот несколько слайдов как раз посвящены молодоженам. В отеле как на Майи, так и на Сейшелах есть русскоговорящий персонал, да, и практически во всех департаментах. На Сейшелах у нас 3 человека русскоговорящих, на Дероше, прошу прощения, на Майи, наверное, около даже 10 человек. Поэтому...
и в guest relation, и в F&B, и в housekeeping. На дороже у нас действует спецпредложение Ulebert. При бронировании не менее 3 ночей предоставляется 30% скидка. Плюс Сейшелы очень гибкие по штрафным санкциям, то есть штрафные санкции наступают только менее чем за 48 часов. Поэтому Сейшелы, наверное, одна из стран, которые наш сейшельский отель, наверное, один из самых гибких именно по штрафным санкциям. Что еще интересно, я бы, наверное, рекомендовала обязательно комбинировать, потому что острова настолько разные, и комбинация именно дрожь плюс майя наиболее интересна и привлекательна, потому что каждый отель сам по себе уникален. Если дрожь, он более такой мальдивский вариант, да, отеля, то майя, конечно, это прежде всего вид, это потрясающий пляж, это шикарнейшие вот эти вулканические камни, валуны. Поэтому, пожалуйста, предлагайте комбинации и отель на Дероше, и отель непосредственно на Майе. К Новому году будут явно какие-то спецпредложения, поэтому обязательно партнеру мы о них сообщим. Дерош, в отличие от других отелей, открывается последним. Именно брони будут браться, начиная с 1 октября. То есть, если будут какие-то запросы, заявки на школьные каникулы октябрьские, пожалуйста, милости просим. У меня осталось буквально 5 минут. Я оставила это время, чтобы ответить на вопросы. Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рада на них ответить. Так, первый вопрос: а для детей есть сафари? Да, для детей мы берем обязательно детишек, начиная с 3 лет непосредственно на гейм. Да? Если дети младше 3 лет, то они могут, точнее, прошу прощения, начиная с 6 лет, оговорилась. Если дети младше 6 лет, то они могут остаться в отеле с нянечкой, то есть услуги няни стоят $10 в час, а дети, начиная с 6 лет, могут ехать уже на сафари. Так, второй вопрос, так, тоже посвящен, опять же, сафари. Какие-то есть еще вопросы? Если есть вопросы, то буду рада на них ответить. Пожалуйста, можно будет написать мне по имейлу. Как я уже сказала, я веду 4 отеля Four Seasons. Буду рада вам помочь с любым запросом, заказом на октябрьские, на Новый год. Поэтому милости просим. Вопросы есть еще? Спасибо, вопросов нет. Спасибо большое. Соответственно, презентацию можно скачать. Она есть. Если кому-то нужно видео, то я буду рада выслать видео. У меня есть видео по всем 4 отелям. Пожалуйста, пишите мне, контакты мои есть. Спасибо еще раз. Желаю всем хорошего дня и до встречи. До свидания.